каждого должна быть клевая вещица, которая будет приносить счастье и улыбки, окрашивать серую рутину дня. Для меня такой клевой вещицей является коробка из-под молока. Что за вздор, спросите вы, а я отвечу: вилкой раз или в жопу глаз. Все мы одержимы вещами, но приносят ли они нам счастье? А чего особенного в коробке из-под молока? Она прикольно падает. Ну вот, она умерла от СПИДа.